Всем привет! Меня зовут Аня, и мы рисуем вместе с вами. Сегодня мы нарисуем цыплят на травке. Для работы нам понадобится лист бумаги, баночка с водой, две кисточки, одна побольше, другая поменьше, и гуашь. Начинаем с головы нашего первого цыпленка. Всего их будет два. Большую кисточку обмакиваем в водичке, берем желтый цвет и начинаем рисовать. Выбираем место для нашей головки первого цыпленка, рисуем кружочек и сразу же его закрашиваем равномерно. Берем еще желтый цвет и дорисовываем ему овальное тельце. И тоже закрашиваем. Дальше рисуем сразу второго цыпленка, он будет рядышком с ним. Опять рисуем кругленькую головку. Головка у нас поменьше, туловище побольше. Нарисовали круглую головку. Берем опять желтый цвет и рисуем тело второму цыпленку. Оп. Дальше дорисовываем им хвостики. Одному и второму. Промываем нашу кисточку, хорошо промываем, отжимаем, оставляем, берем кисточку поменьше, берем в нее красный цвет, маленькая кисточка, чтобы уже более маленькие детальки нарисовать. Рисуем красным цветом лапки, палочку, три пальчика спереди, один сзади, вторую лапку. Три пальчика опять спереди, один сзади. И то же самое повторяем второму цыпленочку. В эту сторону теперь одна лапка, вторая. У нас тело сейчас подсохнет, и мы на него еще добавим крылышки. Также красным цветом мы берем и на голове наших цыплят рисуем треугольные, симпатичные клювики у одного и у второго. И закрашиваем сразу. Аккуратненько. Промываем кисточку. Берем охристый цвет. Цвет песка. Рисуем крылышки. Такой полукруг. Добавляю цвет, полукруг, и вот такими мазками добавляю перышки. Одно крылышко, второе у другого. Можно еще на хвостике перышки добавить. Промываем снова кисточку, отжимаем, берем дальше черный цвет. Не открыла. Черным цветом мы нарисуем маленькие глазки, аккуратные нашим цыплятам. На маленькую кисточку взяли черный цвет. Одному. И второму. Можно потом глазки оживить, поставив блик белым цветом. Он уже в конце работы. Дальше я снова беру зеленую кисточку, точнее большую кисточку, беру на нее зеленый цвет и начинаю рисовать вот такими мазками аккуратненькими травку, на которой будут гулять наши цыплята. Прям можно чуть-чуть заезжать на лапки, травка у нас будет высокая. Можно даже в зеленый чуть-чуть добавить желтенького, будет светло-зеленый цвет при смешении.
Если кто-то из вас захочет, можете добавить цветочки, грибочки в травку. Я не буду сейчас это делать. Аккуратненько беру опять, промываю мою кисточку, беру снова маленькую и поставлю блик на глазки все-таки. Беру белый цвет, белила, гуашь, и ставлю точечку маленькую, раз, и второму цыпленочку. С бликами сразу глазки оживают. Вот такое сегодня простое задание. Надеюсь, у вас очень здорово все получилось. До следующего занятия. Подписывайтесь на мой канал и будем рисовать вместе. Спасибо вам за просмотр.